Да, здравствуйте. Просто хожу по городу. Да, вот показываю вам город Голливуд. А вообще ищу балетный театр. Южный Флоридский балетный театр. Так я его не могу найти. Два адреса, и так и никого нет. На одном адресе там балетная компания, на которой уже нет, там есть кафе, и ее нет. Там какие-то, может быть, телефон есть, надо искать. Но это по справочнику. Ну, вот так. Просто показываю вот город. Как и что есть. Вот так. Такой Голливуд. Старый. Неожиданно забрела. Вот Барри Юниверсити. Не знаю, что это такое. Никто. Наверное, кампусы. Корпуса. Университета. Наверное, культурный центр. Ой, да. Сейчас посмотрю, что это. Голливуд. Шуфлебург Клаб. Ходила, искала по адресу. Ничего нет. Но знаю, что там, что адреса все такие. Я вот как бы ищу в других местах. Посмотрим, что еще здесь. Какой-то центр. Какой-то клуб. Не знаю, что это такое. Что это за разметки? Что за клуб? Там, наверное, что-то пишут, что-то играют. Не знаю. Иду, вот какое-то здание красивенькое. Посмотрю, что это такое. Ребятки, это я тоже еще в Голливуде. Город Голливуд. Я иду. По какой же я иду? Улица называется Полк. Что такое, где такое, что здесь такое еще, не знаю. Первый раз иду по этой улице, посмотрю. Ну, это заправка, понятно. Что там дальше? Что за здание? Не знаю. Посмотрю. Потом, вон, банк. Там еще что-то, не знаю. Вот еще посмотрим, что тут такое. Это самый Трост. Это 20-я улица. Я уже поеду по 20-й улице вниз. Здесь я первый раз. По 20-й улице внизу я была. А здесь я первый раз. Что вот так иду по этой улице. Не знаю, что здесь. А, парк. Все, я пришла на Голливуд бульвар. Все. Вот центр города. Откуда начала, туда и пришла. Ну, все. Центр города, бульвар.